кофе, батя сейчас все покажет. Уии, залагал. Ооо! Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на новое видео! С вами сегодня, как всегда, Олег Кофе. Со мной сегодня Макс Фреш. И со мной сегодня еще Паша Клинс. И у нас сегодня новая серия по кейсам CSGO. Кого, бро? Здравствуйте, зачем ты это на телефон снимаешь? Короче, друзья, сегодня у нас получается очень большая, крупная серия. А все потому, что вы наставили кучу лайков под на предыдущем ролике. За что я хочу вам сказать огромное-огромное спасибо. Итак, сегодня мы Для затравочки мы откроем 20 новых кейсов. После этого я специально задонатил много денег в КС-ку, и мы купим 1000 звезд и постараемся выбить АВП Градиент. Вот. Ну, почти получается 50 тысяч, как бы, ушло на сегодняшнюю серию, поэтому я надеюсь, друзья, на вашу поддержку и на ваш лайк. Итак, все, давайте начнем с кейсов. Начнем с кейсов, пацаны, для затравочки, начинаем с кейсов. И я надеюсь, что сегодня нам выпадет отсюда что-нибудь хорошее. А, это сейчас залагало как-то, я понял, нормально. Давай, открывай, Максим, давай, открывай. И чё? И ты думаешь, что нам реально сейчас чё? И чё ты сделал? И чё нам выпало? СГ классно, да? Цифровая сетка. Вот это я понимаю. Я вообще могу ничего не делать на самом деле. Макс может за меня открывать просто кейсы и всё. И говнина обоссана. Вот это классно, да, вот это вообще вау. Вот это да, Максим, слушай. Yeah. Давай, последний кейс, Максим, давай, и закрыть. Ну все, понимаешь, не судьба. Сейчас батя покажет, как нужно правильно открывать новые кейсы. Не, смотри, ладно, быстро, ладно. Да как куда? Все, Олег Кофе, батя давай, сейчас все покажет. Тоже, давай. Говно это все, Олег, ну ты говно выбил. Ну да, я вижу, что выпало. Олег Кофе, а это нормально, да, что все кейсы, которые мы сегодня открыли, нам падает только синяя? Уии, залагало. А что ты сделал? Ты на что нажал? Я нажал на вендетту. Слушай, ну неплохо, Паша, реально. Молодец. А зажми пока грудится, зажми. Как ты это делаешь? Как ты это делаешь? О, статрек, кстати. Видишь, Олег Кофе? Все, Паш, тебе три попытки. У кого трифофобия, извините, пожалуйста. Ну, это болезнь. Да, все, я думаю. Давай, еще одна. Еще две попытки. Хорошо, Олег Кофе. Так, давай. Хватит плеваться. Еще одна, последняя. Ну, давай, пожалуйста, дай мне что-то прикольное более-менее. Вот, подъехал. Ты попросил, КС тебе дала. И последний. Я хочу две перчатки, ну, одну хотя бы. Ну, спасибо. Одна перчатка падает вместо двух. Если нормально. Я сейчас тебе перчатки выбью, я тебе нож твой подаю. Да? Подожди, серьезно? Да, все, короче, Все, Паш, давай, садись. Это привет просто какой-то. Мы открыли, ну, по сути, 20 кейсов. И ничего нормального тут вообще не выпало. Как будто что-то новое, Олег, типа. Ну, типа, блин, обычно, когда выходит какая-то новая коллекция, новый кейс, шанс того, что выпадет, он намного выше, чем обычно это бывает. Да, и падает СЗ-шка. Замечательно. Говно выпало. Тогда я это надолго затянул. Да зачем? Да не упала бы она. Я покупаю 1000 звезд. 1000 звезд. Это просто... жесть. Итак, друзья, прямо сейчас я потратил 35 тысяч рублей, возможно, даже и больше, чтобы купить себе 1000 звезд. Прямо сейчас я активирую, и у нас 1006 звезд. Нет, да какая разница? Да какая? Ну ладно, держи, смотри, вот потрать 4 зы. Мы боремся. Ты что сделал? Да нет. Ну вот, то, что падает, все. Нет, так там то мы одно пропустили. Не, ну тут мы 100% надолго, чтобы. Потому что, чтобы открыть эти 1000 звезд, это очень долго затянется. Это очень много времени на это надо. Так что, друзья, да не надо нажимать на escape, ничего не надо делать. Все, отстань. Все. Успокойся. 333 звезды я открываю. А потом Олег, потом Паша. Ой, это долго будет на самом деле. Я реально надеюсь на то, что нам сегодня хоть что-то выпадет из этой коллекции. Потому что денег уже на нее было потрачено реально дофига. И я верю, я все-таки верю в удачу, и я надеюсь. Олег. И надеюсь, друзья, что вы поддержите нас в комментах. Надо... Не, ладно, АВП фейт, допустим, она не выпадет. Но я надеюсь, что за 1000 попыток, да, ну не за 1000 попыток, так сколько там получается, за 250 попыток, я надеюсь, что-то да выпадет нам. Хотя бы М-ка, хотя бы хотя бы что-то из этой коллекции хорошее. Стой!
11 тысяч USP стоит. Найс, найс. Вот это, даже не одну пятую, одну третью. Не-не-не-не-не-не-не. Не, мне кажется, на самом деле, после того, как нам USP этот выпал, нам уже ничего не выпадет сегодня, 100%. Блин, вот реально же есть люди, которые заходят там не с первого, а с пятого раза просто вот так вот на рандом выбивают. Ну вот есть такие люди. Почему это не мы? Почему? Ты думаешь, что того, что Паша, если Паша уйдет, что-то поменяется? Закройте, закройте дверь. Я такие с первого раза. Давай дверь закрывай. Я прикинь, реально Паша... Сейчас, смотри. Не, я угарнул, вот давай, вот сейчас, вот если сейчас реально выпадет что-то хорошее, из-за того, что Паша вышел, я угарнул. Не, Паш, можешь заходить! Она красивая, но она недорогая, она мне тоже выпала. Первый удар мы нанесем. Кстати, а вот это, по-моему, прямо с завода качество, посмотри. После полевых испытаний, чё? Полтора косаря. И сейчас падает та самая АВП фейт. Да, конечно. Так, следующий я. Все, Макс отстрелялся. Я реально надеюсь, пожалуйста. Ну, конечно, да. Ну, ты где-то, да, на 13 тысяч выбил. Ну, не считать вот ту всю синевую и армейскую. Да, это где-то на 13 тысяч. Прямо с завода! Так, а вот это, кстати, очень даже хорошо. Это очень хорошо. 1600! Я устал открывать кейсы. Раньше ты идет, ты даже еще не открывал. А чего ты устал-то? Ты сидишь, ничего не делаешь. Ты просто смотришь, а чего ты устал? Смотреть, Олег! Столько... Да нормально. Ты как-то через маску хочешь укусить-то вообще? Да пофиг. Ткань не помеха. Ну все, кстати, по-моему, половину звезд мы уже потратили. Это только половина. Офигеть. Ну как, подожди. Мы окупили пока что. Ну, кстати, смотри. Мы 15 тысяч сейчас, по сути, слили. И 15 тысяч подняли. Вернули. Так, Паш, смотри, короче, все. Я последний раз сейчас открываю. И дальше на смену встаешь ты. Все, потратил 4 звезды. И я получаю... П-250, лесная ночь. Ай, потратить 4 давай звезды. Фастом не надо. Не надо. А посмотри, хоть что на выпало. Не надо, давай потом. Не надо, это сюрприз. Ну ладно, хорошо. Да там аукали кофе. Какая разница? Уверен? Конечно. Откуда? Да потому что мне кажется, что там аук. Не, реально, смотри. Аук реально, блин. Нихуя. И у меня... Почему ты не сказал, что АВП выпало? Вдруг бы оно так именно и сработало. Слушай, давай еще попробуем просто сделать. Я очень хочу, Олег, чтобы тебе выпал АВП градиент. Я тоже хочу. Я тоже этого очень сильно хочу. Но мало хотеть надо делать. Что делать там? Вот делаем, мы пытаемся. Вот уже лег Олег тоже на мое мужское пластмассовое плечо. Ну я не на плече, кресла. Что я лежу, я ж на кресло облокотился. А подписчики думают, что это мое плечо. Знаешь, горб такой уже вырос. Гейб, ты хочешь, чтобы ролик был хороший? Он не хочет этого. Почему? Гейб, почему? Он не хочет. Поясни, этого. Тварь. Ты видишь, что он нам выдает. Гейб красивый. Ты думаешь, это работает? Типа, сделай комплимент Гейбу и получишь что-то приятное? Ну, я на самом деле думал, что хоть что-то... Или давай пытаемся. Еще, давай еще попробуем, давай еще. Гейб самый милашка. Прекрасный человек вообще на это... Бразота, ты ее... Да стой, погоди. Надо еще пару попыток сделать. Спасибо тебе большое, Гейб. Гейб, ты золотой человек, реально. Ты реально вот сделал реально контент, реально вот обнова вообще суперская, прекрасная. Офигенно, особенно кооперативные карты. Вообще, такой. Гейб, ты реально крутой чел. Мне очень нравится античит Гейба, который всегда работал на протяжении всех лет. Да, я полностью подтверждаю это, Мне кажется, ну, кстати, неплохо. Я думаю, что Гейб самый лучший человек на этой планете. Это единственный человек, человечище. Гейб, ты красава реально. Давай дальше. Нормально. Нормально работает. Так нормально вот, работает Гейб. Тема. 20 звездочек. Вот и будем. 18. Тихо. Ты учитель моей жизни. Испортил. Нет. Пожалуйста.
Пожалуйста. А что ты делаешь? Все, закончилось. А что ты сделал? А теперь мы будем смотреть, что выпало. Да ничего не выпало. Да нет. Ну давай, давай, пролистывай вниз. А во сколько вот это? Ну как так? Ну я потратил столько денег, ну... Короче, делаем контракт. Все, сейчас делаем контракт, работаем. Так, пацаны, все, сейчас вас ждет кое-что очень-очень интересное и дорогое. Я долго решался на это и решил сделать еще, так сказать, чтобы удивить вас немножко. Сделаем сегодня контракт на VP Fade. Прямо сейчас я потратил еще где-то около 35 тысяч рублей. Я купил еще один юз, цель найдена, который стоил 15 тысяч рублей. И купил еще 8 ЦЦ-шек, новая Фокси, каждая стоит по 2000 рублей. Это просто жесть. У нас будет 20% контракт, получается, на выпадение АВП Фейда. И я очень сильно надеюсь на то, что нам она сегодня реально выпадет. Давай, нажимай. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк, потому что на эту серию ушло реально очень-очень-очень много серий. Я реально надеюсь на вашу поддержку. Не надо нажимать. Нет, не нажимаем на эскейп. Итак, смотри, нам сейчас падает либо ЦЗшка, нам сейчас падает либо ЦЗшка за 500 рублей, либо нам выпадает АВП. Ну что, готовы? Да, готов. Маш, ну убери руку! Давай, Макс, поехали. Раз. Нет, не надо, Маш. Где? Да все, давай! Да, 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 да. Я нажал. А что? А где? Подожди, стой. Ой! Подожди. Она не выпала нам, походу. Олег, я просто не хотел, чтобы ты на это смотрел, понимаешь? Да почему? Ребят, пожалуйста, пожалуйста, поставьте лайк по-братски, я вас реально очень сильно прошу. Мы за эту серию открыли 20 кейсов, открыли 1000 звезд, сделали контракт на АВП Fade и ничего, вообще ничего. Сплошной только минус, это обман. Вообще жесть. Сплошной обман. Это просто какая-то жесть. Но я надеюсь, правда, вам это понравилось. Вы, пожалуйста, поставьте лайк Олегу Кофе. Вот. Да все тут можно заканчивать уже. Дизлайк, да? А вот так? Лайк. Ой, Олегу.